журналіст ліцею номер 2 2 класу Злунева Вікторія і Авшарова Еліна. Лучший способ сохранять жизнь на дороге – это соблюдать правила дорожного движения. Поэтому сейчас мы покажем вам несколько сюжетов, которые расскажут о детском транспорте на дорогах и правила поведения. Одел ролики, одень защиту на коленки, на локти и на голову. Вика, стой! Так нельзя. Я же просто покататься. Вовка, так нельзя, Вика, надо одевать защиту. Тогда ты обойдешься без синяков и царапин. Ну ладно, сейчас одену. Надо одевать защиту. Тогда ты обойдешься без ссадин, ушибов, растяжений при падении. Шлем защищает от сотрясения головного мозга. Все это поможет не пропускать уроки в школе. А это, как мы знаем, очень важно. Не секрет, что дети любят очень кататься на роликах, на самокатах, на лыжах, на санках, на велосипедах. Но очень важно кататься там, где безопасно. Лина, ты где едешь? Нельзя ездить по проезжей части. А где мне кататься? Ну, например, во дворе возле нашей школы, возле дома или в парке. Детского лицея номер 2 2 класса Злунева Виктория и Авшарова Елена. До скорых встреч! Ура! О детском транспорте, на дорогах и правилах поведения. Чей ребенок? Ребенок чей? Ой, давай. Дети. Ай-яй! Вика, стой! Я же просто покататься. Так нельзя, Вика. Чтобы кататься, так нельзя, Вика. Надо одевать защиту. Тогда ты обойдешься без синяков и без царапин. Ну ладно, сейчас одену. Где твоя мама? Где твоя мама? Подойди, пожалуйста. Зайчик, здесь нельзя. Где твоя мама? Здравствуйте. А что вы снимаете? Мы снимаем фильм про лицей. А где камера? Камеры нету. Мы так снимаем. Спасибо.
Сегодня наш день.